15 мая Эльшат Гафуров принял участие в выездном заседании ученого совета Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук», которое состоялось на площадке технополиса «Химград». Стоит отметить, что в феврале 2018 года Казанский научный центр РАН получил федеральный статус. Заседание ученого совета Федерального исследовательского центра было посвящено уже подведению первых итогов работы центра в новом формате. Председатель совета акцентировал внимание на совместную коллаборацию с Казанским федеральным университетом для выполнения нового майского указа президента Российской Федерации. Председателем совета было отмечено, что перед ними стоит задача по созданию не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями. Казань может и должна войти в число этих 15 центров, учитывая огромную базу Казанского федерального университета. Поэтому стоит обсудить дальнейшую совместную работу. В свою очередь, ректор КФУ согласился с предложением, однако указал на необходимость тщательной проработки деталей. Пока это затруднительно в связи с тем, что не окончен процесс формирования нового правительства Российской Федерации. Пока же Объединенный ученый совет рассмотрел итоги перспективных исследований, проводимых членами центра, и скорректировал ряд внутренних правил структуры. Стоит отметить, что в ходе встречи состоялся обход лаборатории и производственных линий, которые расположены на площадке технополиса «Химград». Диана Шилова, Леонард Валисьяров, Универньюз.